на бочке сидю, слезы капаю, а никто замши не берет. Ольга Базанова – выдающаяся актриса театра драмы «Камерная сцена». Ее пригласили на работу в этот театр, когда она еще была студенткой Самарского института культуры. Первый выход на сцену, и Ольга получает награду за лучшую роль молодой актрисы на фестивале «Самарская театральная муза». Это далеко не всегда бывает, чтобы актер был и глубоким драматическим артистом, и при этом характерным, острохарактерным. Такое случается нечасто. В театре Ольга Базанова работает 22 года. За это время актриса сыграла 55 ролей. От хрупкой, утонченной Бланш в постановке «Трамвай желания» по пьесе Теннесси Уильямса до героической советской женщины Любы в спектакле «Возвращение» по одноименному рассказу Андрея Платонова. Я люблю все свои роли, вот честно скажу. Даже некоторые удивляются. Они для меня вот как дети все. Ну как вот можно среди своих детей выделить кого-то, ну, самого красивого, самого умного или самого любимого? В честь актрисы в театре прошел творческий вечер «Бенефис». Зрители увидели спектакль «Элья и Маргарита». Ирина Балясникова, Григорий Плешаков. События.